Ух ты! Первые две серушки нашел. О, какая толстенькая серушка. Гриб-серушка, друзья. Набрянщины их называют. Петушки и курочки. Вот такие серенькие. Это, по-моему, петушки, а курочки, наверное, это зелененькие. В Крыму их называют, я слышал, им писали тогда. Их называют зайчики, по-моему, что ли, что-то типа того. А называют серушки. Гриб-серушка. Вот пока только два грибка, вот один, а вот второй. Больше пока нигде не нашел. Вот и такие хиленькие. Вот. Обычно они полянами, прям большими полянами. Тут всего два грибочка пока. Вот это да! Какого я вижу? Вот это махина. Друг, ты как так вырос? Друзья, посмотрите, вот он с ладошкой с моей сравнить, с кулаком. Он больше моего кулака. Вот это да! Нет, там у тебя ножка. Гляньте, какой чистый, красивый. Тут одного гриба хватит, друзья, наесться. Посмотрите. Вот это да! Вот это гриб! Всем грибам гриб, ребят. Вот это да! Просто махина. Чистый, красивый. И только один. Ты что, только один здесь, что ли? Больше не видно. Вот только один нашелся. Да, красавец. Махина. Тяжелый такой. Корзиночку, конечно. А ножка-то какая у него, вон он там. Еще осталось. Это да. Может, еще найдем? Больше не видно, главное. Друзья, всем лесной привет. У меня прогулка в лес, разведка. Приехал проверить грибы. Сейчас ходил в одно место, там в сосняке я ходил. Ну, в большом, в березняке я ходил. Нигде грибов вообще нет. Вообще даже намека нет на грибы. Обошел всего, только две серушки там нашел в сосняке. Хотя серушки должны быть бы сейчас вовсю. Потом поеду на дорогу на брошенную. Вот помните, да, дорога брошенная. Вот я здесь гулял, такая дорога. Здесь местами деревья валяются, местами так в чистик. Ну, приятно здесь ходить. И вот здесь такой попался мне гриб первый, такой красивый. Давайте пройдемся, посмотрим. Так вот пока вот такие вот у нас грибные новости. Конечно, надо еще места какие-то знать определенные. Где-то надо еще поискать, поездить. Ну, давайте прогуляемся. Просто я думаю, пойду посмотрю. Может быть, найдем что-нибудь здесь на дороге. В таких местах они любят, бывает, попадаться. Видите, здесь такая низинка на дороге. Трава. Они могут здесь быть. Ну, посмотрим. А говорят, маслята пошли. Я за ними в лес, а они куда-то ушли. Не попадают. Он одного догнал. Большого. Кстати, у меня сегодня, друзья, Макс приезжает. Сегодня в 11 ночи с армии. Так что у меня уже сегодня душа радуется. Я уже дома не могу сидеть. Мне надо такое время терять, куда-то уйти, чтобы время быстрее шло. Прогуляться. Я говорю, пойду я погуляю. Я начну что-нибудь приготовить сегодня. На следующем видео вам покажу Макса. Ну, а сегодня у нас такой все-таки грибной поход. Пока вот больше не нахожу, вот прошелся здесь. Еще есть эта думка еще посмотреть там пару мест? Может, где-то все-таки есть что-то? Смотрите, какие красивые на пне грибочки. Они с другой стороны посмотреть. О, какой. Давайте один глянем. Ой. Гляньте, какой красивый вообще. Я не знаю, что за грибы такие на пне. Ну, наверное, какие-нибудь несъедобные. Ну и запах какой-то. Фу, запах неприятный, прям каким-то пнем, что ли. Так что это несъедобные грибы, друзья. Грибы, кстати, по запаху сразу понятно. Когда он съедобный, он вкусно пахнет. Вот в таком лесу еще пробежался. Ни одного грибочка, вообще ни одного. Сейчас еще в одно место там заеду, там еще посмотрю. В сосничке там хочу глянуть. Мне даже часы показали у меня. Умные часы. Показали 300 килокалорий сейчас. Вибрация сработала, показывает.
То, что я уже столько набегал. Сегодня с утра нашусь. Во, какие грибочки попались. Первые, друзья. Вот такие беленькие какие-то. Какие-то беленькие. Ну, красивенькие на вид, смотрите, какие. И пахнут съедобными. Ну, так, немножко опятами похоже. Запах похож на опята. Я все проверяю на запах, друзья. У меня нюх так неплохо развит. Я все запахи еще с детства всегда у меня с этим нормально было. Пойдемте еще дальше, еще в одно место сходим. Здесь так красиво, конечно, но грибов не видно. Серушечка. Серушки, уже серушки на вес золота, друзья. Вот такая прой тоненькая, хлюпенькая. Серушки на вес золота. Это да, дожили. То обычно здесь сюда приезжаешь, в этот сосняк. А здесь серушки, маслята попадаются местами. В это время, я имею в виду. И рыжки даже находят. Бывает, так идешь, раз, выглядывает. Рыженький, раз, выглядывает. Ну, надежда еще есть. Пока морозов нет таких прямо сильных. Был тут немножко, совсем. Но пока вот так вот тепло даже. Эта надежда есть, что еще выпрыгнуть. Но только, знаете, что страшно? Выпрыгнуть, и дадут морозы, и снег завалит. И вот это вот может быть такое. Но будет еще надежда. Такие вот еще попадаются грибы коричневые такие. Я такие никогда не брал, и прошлые года. Такие мы грибы не берем как-то. Вот они вот есть. Они обычно тоже вместе с серушками росли. Но сейчас нету, видите. Только ходишь, ходишь. Калории тратишь, а грибов нету. А, все-таки не зря я трачу калории, друзья. Смотрите. Смотрите, какая семечка попалась мне. Вот они, самые настоящие серушечки. Красивые. Вот они. Во. А вот она какая. Серенькая. Как мышата. Действительно, называют их мышата, да. На югах. Действительно, как мышата. Вот они. Мышонки такие. Спрятали здесь. Три штучки. Опа. Да, конечно, этот гриб у нас. Таких будет грибов до штук 5. Вот это я вам уже жареха. Так, видите, шел, все-таки попалось что-то. А вот это что такое? Нет, там ничего, бугорки какие-то. Ну, ничего нет. А вон те коричневые грибы. Вот они коричневые попадаются, много попадаются, кстати, полянки, но я их не знаю. Эти грибы, давайте покажу вам один. Опа. Сломать его не получается. Вот такой гриб. Ну, тоже, наверное, съедобные, но я не знаю. Может быть, не особо, поэтому мы их как-то и не берем. Иду такой. Совсем не ожидал его встретить. А вот смотрите. Крепенький. Где-то там. Крепенький, ребят. Вон какой. Красавчик, вы представляете? Единичные, но какие попадаются. Вот это да. Вот здесь, даже не ожидал. Вот это красавчик. Вот это красавчик, ребят. Видели? Прямо один. Ну что, вот почему один? Ну, будьте хотя бы 5. Уже было поинтереснее. У меня уже часы показали. 8000 шагов прошел сейчас только. Берег вибрации. Ну, что это за вибрации? Смотрю, 8000 шагов прошел. Вот это я сколько нагулялся, чтобы найти вот столько грибов, представляете? Так что вот так вот. И больше не видно. Вот тут только порыты. Зверями. А может здесь просвет немножко? Хотя я гулял по просветам, нигде ничего не находил. Ладно, надежда еще есть, друзья. Еще сходим, значит. На днях с Максом, наверное, уже рванем. Вот такие вот грибные новости сегодня были. Грибов немного, видео, наверное, короткое. Ну, вот такая прогулка. Просто с вами поделиться грибными новостями. Дождик опять начинается. Ладно, друзья, все, я выбираюсь, хватит. Нагулял сегодня вдоволь. Все, всем пока, до скорых встреч. Я пойду.